Сейчас, дорогие друзья, позвольте представить главных действующих лиц предстоящего онотоспектакля. Под первым номером будет выступать бронзовый призер командных чемпионатов России Эдуард Крысов, город Каменск-Уральский. Не жалейте рук, поддерживайте аплодисментами. Под вторым номером шестикратный чемпион мира в личных и командных зачетах, четырехкратный чемпион России в личном зачете, действующий чемпион России Виталий Хамицевич, клуб «Неглада», город Тольятти. Под третьим номером чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион России 2006 Дмитрий Буланкин, спортивный клуб имени Габдрахмана Кадырова, город Уфа. Под четвертым номером чемпион мира в командном зачете, серебряный призер личного чемпионата мира 2006 Юнир Базеев, мотоклуб Бордовия, Саранск. Под пятым номером девятикратный чемпион мира в личном и командном зачетах, двукратный чемпион России, действующий чемпион мира Николай Красников, клуб Габдрахмана Кадырова, Уфа. Под номером 6 серебряный призер личного чемпионата Европы Павел Чайка, клуб Подмосковья, город Луховицы. Под седьмым номером чемпион мира в командном зачете, серебряный призер личного чемпионата России 2008 Станислав Архипов, клуб Кадырова, город Уфа. Под восьмым номером чемпион и серебряный призер командных чемпионатов мира, дважды чемпион Европы Максим Захаров, мотоклуб Бордовия, Саранск. Под девятым номером серебряный призер личного чемпионата мира 2008, чемпион и серебряный призер личных чемпионатов Европы Дмитрий Хамицевич, «Медлада» Тольятти. Под десятым номером бронзовый призер личного чемпионата Европы Сергей Макаров, Подмосковье, Луховицы. Под одиннадцатым номером неоднократный участник финалов личных чемпионатов России Данил Иванов, «Меглада» Тольятти. Под 12-м номером дважды чемпион мира в командном зачете, бронзовый призер личного чемпионата мира Михаил Богданов, горняк Учелы. Под 13-м номером серебряный призер личного чемпионата Европы Игорь Кононов, Каустик, Стерлитамак. Под 14-м номером бронзовый призер личного чемпионата Европы Сергей Балточев, клуб Кадырова, Уфа. Под 15-м номером дважды чемпион мира в командном зачете, дважды бронзовый призер личных чемпионатов мира Иван Иванов, «Меглада» Тольятти. Под 16-м номером серебряный призер командного чемпионата мира Илья Дроздов, Подмосковье, Луховицы. Под 17-м номером дебютант финала личного чемпионата России Андрей Гаврилкин, Мордовия, город Саранск. Под 18-м номером участник личных чемпионатов России Дмитрий Карпухин, мотоклуб «Мордовия», город Саранск. Дорогие друзья, на этом официальное представление участников соревнований завершено. Внимание, парад! Ну вот горит зеленый глаз светофора.
Главный судья соревнований Франк Циглер приглашает участников первого заезда на трек. Напомню, дорогие друзья, по первой дорожке стартует Эдуард Крысов, Каменск-Уральский, номер один. Вторая дорожка — Виталий Хамицевич, Тольятти, стартовый номер два. Третья дорожка — Дмитрий Дуновкин, Уфа, стартовый номер три. И четвертая дорожка — Юнир Басеев, Саранск, стартовый номер четыре. Итак, внимание, последнее мгновение, поехали! Именно он сейчас возглавляет гонку, рядом с ним Виталий Калинцевич. Позиция прошла Дмитрий Булат, ему уже расширится с ролью аутсайдера в этом заезде. Но борьба, борьба, дорогие друзья, все еще впереди. Маршал на старте поднимает клетчатый флаг. Это говорит о том, что последний. Три очка. Виталий Хамицевич — два. Эдуард Крысов — одно. Неудачник заезда, увы, Дмитрий Буланкин. Ничего хорошего для себя в этом заезде сделать не смог. Но все еще впереди. Все еще впереди. А между тем, время — две минуты, которые предоставляются спортсмену для прибытия к месту старта. Но все в порядке. У Станислава, и он подъезжает сюда, к месту старта. Итак, Николай Красников, Станислав Архипов, Павел Чайка и Максим Захаров. Последнее мгновение. Старт! Засидился Станислав Архипов на старте. Дороговато ему это может обойтись. Лидирует Николай Красников. Рядом с ним учится Максим. Павел Чайка. Ну вот так вот спортсмены парами разбились по треку. И сейчас будут решать задачи по-прежнему. По-прежнему Николай Красников. Вот смотрите, решительные действия Максима. Динамика, вот это борьба. Так, Николай Красников — три очка, Максим Захаров — два, Павел Чайка — одно очко, ну, Станислав Архипов, увы. Участники третьего заезда по первой дорожке стартуют: Сергей Макаров, Луховицы, номер 10. Вторая дорожка — Данил Иванов, Тольятти, номер 11. Третья дорожка — Дмитрий Хамицевич, Тольятти, номер 9. И четвертая дорожка — Михаил Богданов, Учалы, номер 12. Дмитрий Хамицевич возглавил гонку, но это только начало. Вот сейчас, сейчас начнутся основные события. По-прежнему рядом с ним мчится Данил Иванов. Совсем рядышком Михаил Богданов. Вот Сергей Макаров подстал, подстал. Проявит себя, пусть и в этом, но в последующих заездах уж точно. Борьба за
за вторую позицию еще не завершена. Принимаем финиш. Итак, друзья, итоги заезда. Дмитрий Хомицевич, 3 очка. Михаил Богданов, 2. Данил Иванов, 1 очко. И Сергей Макаров был лишь четвертым. Вот Михаил Богданов буквально сантиметра, если не миллиметра, вырвал у Данила Иванова. Четвертый заезд. Первая дорожка. Стартует Иван Иванов. Тольятти, номер 15. Вторая дорожка. Сергей Балточев, Уфа, номер 14. Третья дорожка. Илья Дроздов, Луховицы, номер 16. И четвертая дорожка. Игорь Кононов, Стерлитамак, номер 13. Да, все в порядке. И старт. Илья Дроздов выиграл был старт, но уже Иван Иванов решил себя проверить. Илья Дроздов на второй позиции. Третий мчится Сергей Балточев. По-прежнему Иван Иванов впереди. Но Илья Дроздов наверняка сейчас последний круг какие-то решительные действия, наверное, попробует предпринять. Это тем последний поворот. Прямая, финиш. Итак, друзья, итоги заезда. Иван Иванов, 3 очка, Илья Дроздов, 2, Сергей Балточев, 1 очко, Игорь Кононов очков не набрал. Ну, давайте, друзья, быстренько посмотрим, что у нас после первой серии заездов по стартовым номерам. Итак, Эдуард Крысов, 1 очко, Виталий Хомицевич, 2, Дмитрий Буланкин очков пока не имеет, Юнир Базеев, 3, Николай Красников, 3, Павел Чайк, 1 очко. Станислав Архипов очков пока не имеет. Максим Захаров, 2. Видеоспорт Мотоспорт. Рефери соревнований приглашает участников 5-го заезда. По первой дорожке старт примет Игорь Кононов. Стерлитамак, номер 13. Вторая дорожка, Эдуард Крысов, Каменск-Уральский, номер 1. Третья дорожка, Николай Красников, Уфа, номер 5. И четвертая дорожка, Дмитрий Хомицевич, Тольятти, стартовый номер 9. Итак, все в порядке. Поехали! Смотрите, что делает Николай Красников. Стартовал только третьим и нашел уже далеко умчал от своих соперников. А борьбу за вторую позицию ведут Дмитрий Хомицевич и Крысов. Средний круг залетает Николай Красников. Принимаем, друзья, финиш. Итак, друзья, Николай Красников записывает себе в актив 3 очка. Вторым финишировал Дмитрий Хомицевич, 2. Третьим был Эдуард Крысов, 1 очко. Ну и вот вторая серия заездов. И Игорь Кононов пока себя не может найти на саранском треке. 6-й заезд. В нем примут участие первой дорожки Сергей Балточев, Уфа, номер 14. Вторая дорожка Сергей Макаров, Луховицы, номер 10. Третья дорожка Виталий Хомицевич, Тольятти, стартовый номер 2. И четвертая дорожка Павел Чайко, Луховицы, стартовый номер 6.
Но сейчас участникам этого заезда надо всем постараться побывать. Виталий Хабицевич решил не искушать судьбу. Орудие именно он лидирует на вторую позицию, Сергей Палкачев. Но борьба еще, дорогие друзья, как за вторую, так и за третью позицию впереди. В том числе, то вот троица спортсменов пока еще не все для себя определила в данном заезде. Последние метры дистанции и финиш. Итак, друзья, Виталий Хабицевич финишировал первым. 3 очка ему в отсев. Вторым был Павел Чайка. 2 очка за заезд получает. Третьим Сергей Палтачев 1 очко. Сергей Макаров, увы, пока ничего не может хорошего для себя решить на саранском треке. 7-й заезд, в нем стартует первая дорожка Данил Иванов, Тольятти, номер 11. 2-я дорожка Иван Иванов, Тольятти, номер 15. 3-я дорожка Станислав Архипов, Уфа, номер 7. И 4-я дорожка Дмитрий Буланкин, Уфа, номер 3. Ну, друзья, такая своеобразная командная гонка Уфа против Тольятти. Братья Ивановы против Станислава Архипова и Дмитрия Уланкина. Итак, последнее мгновение. Второй старт. И второй раз он буксует на старте. На второй позиции Дмитрий Буланкин. Третьим мчится Данил Иванов. Ну а Станислав Архипов. Да. Что-то не помню. Последний круг соперников. Иван Иванов. Тольятти, клуб Медолада. Принимаем, друзья, финиш. Дорогие друзья, итоги заезда. Следующий Иван Иванов, 3 очка. Вторым финишировал его младший брат Данил Иванов. 2 очка в актив. Третьим был Дмитрий Буланкин. Ну и Станислав Архипов не смог противостоять соперникам. 8-й заезд. Вот тут, дорогие друзья, довольно интересно. 1-я дорожка. Юнир Пасеев, Саранск, стартовый номер 4. 2-я дорожка. Максим Захаров, Саранск, стартовый номер 8. 3-я дорожка. Михаил Богданов, Учелы, номер 12. И 4-я дорожка. Илья Дроздов, Луховицы, номер 16. Вперед, рядом с ним мчится Максим Захаров. Илья Дроздов на 3-й позиции. Немножко бросила Юнира Базеева, но ничего, все усидели. Впереди Максим Захаров, Юнир Базеев на 2-й позиции. Ну а сейчас Юнир вырывается вперед. Заезда, что будет на финише? Последний метр и финиш!
итоги заезда юниор Базеев 3 очка. Максим Захаров 2. Одну очко себе на баланс записывает Илья Дроздов. Неудачник заездовый Михаил Богданов. Очков в этом заезде не привез. Видеоспорт Мотоспорт. Внимание, как в той песне на старт. Павел Чайка, Илья Дроздов, Эдуард Крысов, Данил Иванов. Все готово. К старту поехали. Ну а теперь Илья Дроздов. Боксанул на старте. Дороговато ли я себе это может обойтись? Но вот он принимает решение. Трио лидеров. Лидером заезде Павел Чайка. Рядом с ним Данил Иванов. Взваливает время лидерства на свои хрупкие плечи. Последний поворот, прямая финиш. Итак, друзья, итоги заезда. Данил Иванов 3 очка. Павел Чайка 2 очка. Одну очко себе на баланс записывает Эдуард Крысов. Стабильно по одному очку он набирает в каждом своем заезде. Ну и неудача постигла Илью Дроздову. К сожалению, он очков себе в турнирную табличку не добавляет. Десятый заезд собрал следующий состав участников. Первая дорожка. Михаил Богданов, Училы, номер 12. Вторая дорожка. Николай Красников, Уфа, номер 5. Третья дорожка. Иван Иванов, Тольятти, номер 15. И четвертая дорожка. Виталий Хамицевич, Тольятти, стартовый номер 2. Николай Красников врывается вперед. Михаил Богданов пока удерживается на второй позиции, но все снял уже Виталий Комицевич. Именно он выходит на второй позиции. Михаил Богданов третий, но снова Иван Иванов. Прекрасный заезд, прекрасный. Но Николай Красников, видно, готов к сезону. Что же будет на финише? Итак, друзья, итоги заезда. Николай Красников 3 очка. 2 очка получает Виталий Хамицевич. 1 очко получает Иван Иванов. Ну и вот Миша Богданов вторую серию подряд не может набрать очков. 11-й заезд, в нем примут участие. Первая дорожка, Максим Захаров, Саранск, номер 8. Вторая дорожка, Дмитрий Хамицевич, Тольятти, номер 9. Третья дорожка, Дмитрий Булаткин, Уфа, стартовый номер 3. Четвертая дорожка, Сергей Палтачев, Уфа, номер 14. Выиграл старт, но Максим Захаров вперед.
сейчас продолжит данную позицию. Преуспел Дмитрий Буланкин, выбрался на второе место. Кого видите, что творится на ледовом треке? Максим Захаров пока второй, но, дорогие друзья, времени уже практически не осталось, принимаем финиш. Ну, итоги заезда, дорогие друзья, Дмитрий Буланкин записывает себе в актив 3 очка. Вторым финишировал Максим Захаров, тоже стабильно, 3 серии заездов, 3 заезда Максима и все по 2 очка. Третьим на финише был Дмитрий Хомицевич, 1 очко. И неудачник заезда Сергей Балтачев. Двенадцатый заезд. Первая дорожка. Игорь Кононов, Стерлитамак, номер 13. Вторая дорожка. Юнир Базелев, Саранс, номер 4. Третья дорожка. Сергей Макаров, Луховицы, номер 10. И четвертая дорожка. Станислав Архипов, Уфа, стартовый номер 7. Состав участников. Первая дорожка. Станислав Архипов, Уфа, номер 7. Вторая дорожка. Михаил Богданов, Учелы, номер 12. Третья дорожка. Сергей Балтачев, Уфа, номер 14. И четвертая дорожка. Эдуард Крысов, Каменск-Уральский, стартовый номер 1. Ну, дорогие друзья, относительно, вот, можно сказать, пока все неудачники первого дня соревнований. Сергей Балтачев на второй позиции. Вырвать главный очки в заезде, принимает финиш. Итоги заезда, дорогие друзья, следующий. Михаил Богданов выиграл заезд 3 очка ему в актив. Вторым финишировал Эдуард Крысов. Он получает 2 очка.
Сергей Балтачев был на финише третьим в одну очко. Ну и у Станислава Архипова получился сход. Естественно, очков за данный заезд он не получает. 14-й заезд, в нем стартует первая дорожка Виталий Хамицевич, Тольятти, номер 2. Вторая дорожка Игорь Кононов, Стерлетамак, номер 13. Третья дорожка Максим Захаров, Саранск, номер 8. Четвертая дорожка Данил Иванов, Тольятти, номер 11. Виталий Хамицевич, Игорь Кононов, Максим Захаров, Данил Иванов. На вторую позицию начинает погоню. Друзья, Данил Иванов финишировал первым, 3 очка ему в актив. Максим Захаров, 4 заезда и 4-жды он привозит себе в актив по 2 очка. Третьим на финише был Виталий Хамицевич, лишь 1 очко он записывает в актив. Ну и Игорь Кононов ничего не смог противопоставить соперникам по заезду. 15-й заезд. Здесь стартует Илья Дроздов, Луховица, номер 16, первая дорожка. Дмитрий Булатин, Уфа, номер 3, вторая дорожка. Сергей Макаров, Луховица, номер 10, третья дорожка. И Николай Красников, Уфа, старт номер 5, четвертая дорожка. Красников идет без потерь, записывая себе в актив очередные 3 очка. Вторым на финише был Дмитрий Буланкин, 2 очка ему в актив. 1 очко получает Илья Дроздов, ну и вот Сергей Макаров, увы, очков за заезд не набирает. 16-й заезд, первая дорожка, Дмитрий Хамицевич, Тольятти, номер 9. Вторая дорожка, Павел Чайка, Луховица, номер 6. Третья дорожка, Юнир Мазеев, Саранск, номер 4. Четвертая дорожка, Иван Иванов, Тольятти. Чайка на второй позиции, Юнир Базеев,
судьи! Внимание, судьи! Дмитрий Хамицевич оказался на льду, горит красный глаз светофора. Франц Зиглер, главный судья соревнований, определил, что виновником остановки заезда является Дмитрий Хамицевич. Из заезда он, естественно, исключается. И три спортсмена выйдут на старт перезаезда 16-го заезда. Сейчас мотоцикл Дмитрия Хамицевича будет погружен и отправлен в закрытый парк. Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, ледовый спидвей – спорт мужественных парней. Давайте воздадим Диме Хамицевичу аплодисментами. Три спортсмена, дорогие друзья, выйдут на старт перезаезда. Это Павел Чайка. Луховицы номер 6, вторая дорожка, юнир Базеев, Саранск номер 4, третья дорожка и Иван Иванов, Тольятти номер 15, четвертая дорожка. Немного по свободе сейчас будет на треке, и в полной мере вот эти три спортсмена могут проявить свое мастерство. Итак, последние секунды, поехали! Что-то немного не заладилось. Последний круг лидирует Иван Иванов. Принимаем, друзья, финиш. Итак, друзья, итоги заезда Иван Иванов. 3 очка, 2 очка за заезд получает Павел Чайка. Не повезло юниру Базееву, который финишировал только третьим. Ну и давайте посмотрим, что у нас в турнирных табличках после 4 серий заездов. Эдуард Крысов, 5 очков. Виталий Хамицевич, 8. Видеоспорт, мотоспорт, мотоспорт, третья дорожка, Иван Иванов, Тольятти, номер 15. И четвертая дорожка, Сергей Макаров, Луховицы, стартовый номер 10. Квартета, дорогие друзья, заключительный старт первого дня соревнований. Все готово к шагу, поехали! Эдуард Крысов выиграл старт. На второй позиции Иван Иванов, Максим Захаров, вплоть до минуты. И выбирается на второй позиции, начинает атаку. Итак, друзья, итоги 17-го заезда. Эдуард Крысов выиграл заезд, набирает 3 очка. И за первый день соревнований у него в активе 8 очков. Вторым финишировал Иван Иванов, 2 очка. За первый день гонок у него в активе 12 очков. Третьим был Максим Захаров, 1 очко. За первый день гонок у него 9 очков.
Четвертым финишировал Сергей Макаров. Очков за заезд он не получается. И у него в активе 2 очка. 18 заезд. Здесь стартует первая дорожка. Дмитрий Хабицевич, Тольятти, номер 9. Вторая дорожка. Виталий Хабицевич, Тольятти, номер 2. Третья дорожка. Станислав Архипов, Уфа, номер 7. И четвертая дорожка. Илья Дроздов, Луковицы, номер 16. Братья Хабицевичи лидируют. Ай-яй-яй-яй-яй, как бросил Дмитрия Хабицевича. Это ему стоило второй позиции. Виталий Хабицевич по-прежнему лидирует. Илья Дроздов чисто второй. Последний круг заезда. Последний метр дистанции и финиш. Итак, друзья, Виталий Хабицевич, выиграв заезд, записывает себе в актив 3 очка. Всего у него 11 очков. Вторым был Илья Дроздов. 2 очка всего за первый день гонок. 6 очков. Третьим был Дмитрий Хабицевич. 1 очко всего за день соревнований. 7 очков. Ну и непонятно, что сегодня случилось со Станиславом Архиповым. Так он и не смог набрать ни одного очка. 19 заезд. Первая дорожка. Дмитрий Буланкин, Уфа, стартовый номер 3. Вторая дорожка. Михаил Богданов, Учалы, номер 12. Третья дорожка — Игорь Кононов, Стерлитамак, номер 13. И четвертая дорожка — Павел Чайка, Луховицы, стартовый номер 6. Все в порядке, маршал уходит. Рядом с ним Дмитрий Буланкин. Здесь же Игорь Кононов. Принимаем финиш. Итоги заезда. Михаил Богданов выиграл заезд. 3 очка ему в актив. Всего за первый день соревнований 8. Вторым на финише был Павел Чайка. 2 очка всего за первый день гонок 9. Третьим был Дмитрий Буланкин. 1 очко всего за день соревнований 7 очков. Ну и не повезло Игорю Кононову. У него получился сход. Очков он, естественно, заезд не получил. В активе первого дня соревнований у него 1 очко. Ну и заключительный 20-й заезд. Первая дорожка — Николай Красников, Уфа, номер 5. Вторая дорожка — Сергей Палтачев, Уфа, номер 14. Третья дорожка — Данил Иванов, Тольятти, номер 11. И четвертая дорожка — Юнир Базеев, Саранск, номер 4. Не повезло Николаю Красникову, у нас случилось падение, но подождем решение главного судьи соревнования.
соревнований. Горит красный глаз светофора. Это говорит о том, что Николай Красников к перезаезду допущен не будет. Три спортсмена выйдут на перезаезд 20-го заезда. Вторая дорожка — Сергей Балточев, Уфа. Третья дорожка — Данил Иванов. И четвертая дорожка — Юнир Басеев. Уважаемые зрители, ваши аплодисменты мужественному бойцу, действующему чемпиону мира Николаю Красникову. Ну, все в порядке, Юнир приближается к стартовой линии. Итак, Сергей Балточев, Данил Иванов и Юнир Базеев. Итак, стартовал Юнир Базеев, пришлите. Юнир перемещается на вторую позицию. Данил Иванов лидирует. Юнир Матвеев. Юнир Матвеев, за тебя болеет вся Мордовия. Дорогие друзья, итоги заезда. Данил Иванов финишировал первым, 3 очка, а всего у него в активе 12 очков. Вторым был Юнир Базеев, 2 очка, у него также 12 очков. Третьим был Сергей Балточев, 1 очко, всего 4 очка. Ну вот, дорогие друзья, 4 гонщика, в том числе Юнир Базеев, Николай Красников, Данил Иванов и Иван Иванов имеют максимальное количество очков. По 12 они смогли набрать сегодня. Видео спорт мото, спорт мото, спорт мото, спорт мото.
И участники 21-го заезда или 1-го заезда 2-го дня финала появляются на ледовой дорожке. Еще раз напоминаю, первая дорожка — Дмитрий Буланки, Уфа, номер 3. Вторая дорожка — Павел Чайка, Луховицы, номер 6. Третья дорожка — Максим Захаров, Саранск, номер 8. И четвертая — Сергей Макаров, Луховицы, номер 10. Последнее мгновение. Поехали! Максим Захаров неплохо стартовал, он Петрикова, очень-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 
понимает, что каждое очко для него отчаянные попытки давать объехать Максима. Надо постараться. Ну что, последний поворот, прямая, финиш. Итак, друзья, Дмитрий Буланкин записывает себе в актив 3 очка. Вторым финишировал Максим Захаров. 2 очка. 1 очко получает Павел Чайка. Сергей Макаров, увы. 22-й заезд собрал следующий состав участников. Первая дорожка. Юнир Базеев, Саратск, мотоклуб Мордовия, стартовый номер 4. Вторая дорожка. Михаил Богданов, Учелы. Стартовый номер 12. Третья дорожка. Илья Дроздов, Луховица, номер 16. Четвертая дорожка. Иван Иванов, Тольятти, номер 15. Юнир Базеев, 3 очка. 2 очка получает Иван Иванов. 1 очко Илье Дроздову. Ну, Миша Богданов, увы, ничего хорошего для себя в этом заезде сделать не смог. 23-й заезд. Первая дорожка Виталий Хабицевич, Тольятти, стартовый номер 2. Вторая дорожка Эдуард Крысов, Каменск-Уральский, стартовый номер 1. Третья дорожка Сергей Палточев, Уфа, номер 14. И четвертая дорожка Игорь Кононов, Стерлитамак, стартовый номер 13. Виталий Хабицевич, Эдуард Крысов, Сергей Палточев, Игорь Кононов. Наш ревник, под которым чит Виталий Хабицевич. Сергей Палточев бросается в погоню. Эдуард Крысов вчера доказал последней серии своих заездочек. Может соперничать с рублем соперничать. Может выигрывать заезды. Сейчас Виталий Хабицевич довольно далеко умчал от своего соперника. Позиция будет еще не завершена.
последний метр дистанции и принимает финиш. Итак, друзья, Виталий Хамицевич 3 очка, 2 очка Сергею Палтычеву, одну очку получает Эдуард Крысов, Игорь Кононов, пока, увы. Ну и 24-й заезд. Первая дорожка — Николай Красников, Уфа, стартовый номер 5. Вторая дорожка — Станислав Архипов, Уфа, стартовый номер 7. Третья дорожка — Данил Иванов, Тольятти, номер 11. И четвертая дорожка — Дмитрий Хамицевич, Тольятти, стартовый номер 9. Ну, последнее мгновение. Старт! Николай Красников сразу же помчался вперед. Дмитрий Хамицевич на второй позиции. Замыкает пилоту спортсмена. Ничего пока не меняется на треке. Вот сейчас спортсмена направляется на последний круг. Имени легендарного гонщика Абдрахмана Кадырова. Принимаем, друзья, финиш. Итак, друзья, Николай Красников. 3 очка, 2 очка начисляется Дмитрию Хамицевичу. Одну очку получает Данил Иванов. И неудачник заезда — Станислав Архипов. Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим наши турнирные таблички. Видеоспорт, мотоспорт. Thank you.
заезда Илья Дроздов. 3 очка, 2 очка получает Виталий Хамицевич. 1 очко начисляется Павлу Чайке. Станислав Архипов здесь, комментарий излишний. 27-й заезд. Первая дорожка Эдуард Крысов, Каменск-Уральский, номер 1. Вторая дорожка Николай Красников, Уфа, номер 5. Третья дорожка Михаил Богдан, Шилыев, номер 19. И четвертая дорожка Максим Захаров, Саранск, Альту, номер 8. Полочка. Второй позиции.
Данил Иванов добавляет в свою копилочку 3 очка, 2 очка начисляется Илье Дроздову. 1 очко в ответ Дмитрия Булавкина и 2 Крысов. Ожидали мы от него большего в этом заезде, но увы. 30-й заезд, в нем примут участие первой дорожкой Игорь Кононов, Стерлитамак номер 13. Вторая дорожка Николай Красников, Уфа номер 5. Извините, вторая дорожка Юнир Басеев, Саранск номер 4. Третья дорожка Николай Красников, Уфа номер 5. Четвертая дорожка Павел Чайка, Луховицы номер 6. Последние секунды, последние мгновения. Красников 3 очка, Юнир Базеев 2 очка, Павел Чайка 1 очко, Игорь Кононов за данный заезд очков не получает. 31-й заезд, первая дорожка, Максим Захаров, Саранск мотоклуб Мордовия номер 8, вторая дорожка Сергей Балточев, Уфа номер 14, третья дорожка Иван Иванов, Тольятти номер 15 и четвертая дорожка Станислав Архипов, Уфа, стартовый номер 7. Маршал уходит, лента вверху, проехали. Своего года был Иван Иванов, Иван Иванов. По третьей позиции Сергей Балточев, Максим Захаров. Очка ему Максим. Максим Захаров был лишь вторым. 2 очка. 1 очко получает Сергей Балточев. Станислав Архипов по-прежнему с гордым налем. 32-й заезд. В нем стартует первая дорожка Михаил Богданов, Челы номер 12. Вторая дорожка Сергей Макаров, Луховицы номер 10. Третья дорожка Дмитрий Хамицевич, Тольятти номер 9. И четвертая дорожка, еще один представитель славной семьи Хамицевичей, Виталий Хамицевич, стартовый номер 2. Thank you.
Пожалуйста, и вот участники 33-го заезда появляются на ледовом треке. Дмитрий Булавкин, Игорь Кононов, Станислав Архипов и Михаил Богданов. Дмитрий Булавкин, Вань. Игорь Кононов представляет Сергей Томак. Станислав Архипов, Вань. И Михаил Богданов. Игорь Кононов на второй позиции. Записывает себе в актив 3 очка, 2 очка начисляется Игорю Кононову, 1 очко получает Михаил Богданов и Станислав Архипов. Станислав Архипов, вы 0. 34-й заезд. Первая дорожка. Павел Чайко, Луховицы, стартовый номер 6. Вторая дорожка, Дмитрий Хабицевич, Тольятти, стартовый номер 9. Третья дорожка, Эдуард Крысов, Каменск-Уральский, стартовый номер 1. И четвертая дорожка, Иван Иванов, Тольятти, стартовый номер 15. Все в порядке. Возглавил Балагонку, но кто рядом? Павел Чайка, а не Вестерман. На первой позиции, сейчас он их четвертый. Не добавляет себе в турнирную таблицу. 35-й заезд. Здесь стартует первая дорожка. Данил Иванов, Тольятти, номер 11. Вторая дорожка. Виталий Хабицевич, Тольятти, номер 2. Третья дорожка. Максим Захаров, Саратск, номер 8. Четвертая дорожка. Юнир Васильев, Саратск, стартовый номер 4. Максим Захаров перемещается на вторую позицию.
светофора, Максим. Захаров вновь пересек линию трека. Очки ему за данный заезд не начисляются. Одну очко получит юниор Базеев. Таким образом, Данил Иванов 3 очка за заезд. 2 очка получает Виталий Хамицевич. Одно очко юниор Базеев. 36-й заезд. Первая дорожка Сергей Балташев, Уфа номер 14. Вторая дорожка Илья Дроздов, Луховица номер 16. Третья дорожка еще один представитель Луховицы Сергей Макаров, старт номер 10. И четвертая дорожка Николай Красников, номер 5. Скорости нет, по-прежнему лидирует. Последние метры дистанции и финиш. Итак, друзья, Николай Красников записывает себе в отчет очередные 3 очка. 2 очка начисляется Сергею Балташеву. 1 очко получает Сергей Макаров. Ну и что же у нас, дорогие друзья, в турнирной таблице перед заключительной серией заездов. Видеоспорт, мотоспорт, 37-й заезд. Первая дорожка, юниор! Базеев! Вторая дорожка Станислав Архипов, Уфа, номер 7. Третья дорожка Эдуард Крысов, Камень-Уральск, номер 1. И четвертая дорожка Сергей Макаров, Луховицы, номер 10. Thank you.
Вячеслав Архипов. 38-й заезд. Первая дорожка — Михаил Богданов, Чалы, номер 12. Вторая дорожка — Сергей Балточев, Уфа, номер 14. Третья дорожка — Павел Чайка, Луховицы, номер 6. И четвертая дорожка — Данил Иванов, Тольятти, стартовый номер 11. Все готово к старту. Что творится на трене? Поднимите еще.
Дальше следующий. Иван Иванов. 3 очка всего за 2 дня гонок. 24. Это говорит о том, что уже есть перезаезд. Вторым финишировал Дмитрий Пуланкин. 2 очка и 20, всего 17. Николай Красников на финише был всего лишь третьим. У него в активе 25 очков. Еще один перезаезд. Итак, внимание, дорогие друзья, перезаезд за 6-8 места. По первой дорожке стартует Павел Чайка, Луховицы, стартовый номер 6 в красном нашлемнике. По второй дорожке Дмитрий Булаткин, Уфа, стартовый номер 3, синий нашлемник. И по третьей дорожке Дмитрий Хабицевич, Тольятти, стартовый номер 9, он в белом нашлемнике. Внимание! Ну вот, Павел Чайка вырвался на первую позицию, рядом с ним Дмитрий Хабицевич. Чемпионатов страны. Ну а сейчас борьба за бронзовые медали между Венером Базеевым. Мотоклуб «Мордовия», Саранск, стартовый номер 4, он стартует в белом нашлемнике. И Иваном Ивановым, «Мегалада», Тольятти. Итак, все готово к старту. Иван Иванов и Юнир Базеев. Thank you.
столичного чемпионата России 2009 года. Главный заезд на звание чемпиона России 2009 Дмитрий Николаев Красников. Он стартует в красном ошеребнике и Данилом Ивановым Тольятти. Видеоспорт, мото. Главный заезд, который определит чемпиона России 2009 года и серебряного призера. Николай Красников или Данил Иванов. Участие в церемонии награждения принимают заместитель председателя правительства Республики Мордовия, председатель Организационного комитета соревнований Михаил Степанович Сазганов, директор соревнований Анатолий Владимирович Миндров. Но наш уважаемый гость, почетный гражданин города Саранска Олег Павлович Яровой, вице-президент Мотоциклетной Федерации России, член трековой комиссии Европейского Мотосоюза Риф Гаянович Саид Гореев, член исполкома Мотоциклетной Федерации России, начальник Центрального автомотоклуба России Игорь Николаевич Чех, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Виктор Васильевич Аверьянов, наша гостья, супруга Владимира Ивановича Корнеева, Роза Тимофеевна. Мы приглашаем Дмитрий Карпухин, мотоклуб Мордовия, Саранск. Ну, девочки, пожалуйста. Для награждения приглашается Андрей Гаврилкин, мотоклуб Мордовия, Саранск. Для награждения приглашается Станислав
Архипов, мотоклуб Кадырова, Уфа. Для награждения приглашается Игорь Кононов, клуб Каустик, Стерлитамак. Для награждения приглашается Сергей Макаров, Подмосковье, Луховицы. Для награждения приглашается Михаил Богданов, Горняк, Учелы. Для награждения приглашается Сергей Балточев, клуб Кадырова, Уфа. Для награждения приглашается Илья Дроздов, Подмосковье, Луховицы. Для награждения приглашается Эдуард Крысов, Каменск-Уральский. Для награждения приглашается Максим Захаров, мотоклуб Мордовия, Саранск. Для награждения приглашается Дмитрий Буланкин, клуб Кадырова, Уфа. Для награждения приглашается Дмитрий Ховицевич, Мегалада, Тольятти. Для награждения приглашается Павел Чайка, Подмосковье, Луховицы. Для награждения приглашается Виталий Хамицевич, Мегалада, Тольятти. Для награждения приглашается Иван Иванов, Мегалада, Тольятти. Ну, дорогие друзья, сейчас самое главное награждение. На пьедестал почета я приглашаю Юнир Базеев! Но вот сейчас-то за третье место награждается Юнир Базеев! Мотоклуб Мордовия! Город Саранск! За второе место награждается Данил Иванов! Мегалода, Тольятти! И награждается теперь уже трехкратный чемпион России Николай Красников! Клуб имени легендарного гонщика Габдрахмана Кадырова, город Уфа! Дорогие друзья, ну вот в рамках финала личного чемпионата России 2009 года был разыгран и 13-й по счету приз памяти Владимира Ивановича Корнеева, супруга Владимира Ивановича Розы Тимофеевна поздравляет чемпиона и призеров соревнований. Итак, дорогие друзья, финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду завершен. И в честь его завершения звучит государственный гимн Российской Федерации.
видеоспорт, мотоспорт.